На таком мероприятии нельзя не вспомнить, как все начиналось. Много лет назад, 15, может быть, и больше, и я выступил на одной из санкт-петербургских сцен с этой песней. Я только написал и по тем временам сам 2 раза съездил в Чечню, был в Шали, в Гудермесе. И сегодня для тех, кто имел или имеет отношение к воинской службе, одна из первых моих песен «Волчонок». Спасибо, друзья, спасибо огромное. Был «Волчонок», а потом была песня, которая, в общем-то, с нее, я считаю, начались мои первые концерты в Санкт-Петербурге. И то, что меня как бы вписали вот в такой жанр, как шансон, я считаю, многое отдаю именно этой песне. Эта песня на стихи замечательного русского поэта. Кто бы это мог быть? Солнце русской поэзии и женщина, которой он посвятил самые проникновенные строки, которая была старше его на целых 18 лет. Для всех женщин сегодня прощание с Айседорой. Корабли плывут в конце.
Константинополь. Поезда уходят на Москву. От людского шума ли от Скополь. Каждый день я чувствую тоску. Есенина — это мои самые любимые в жизни, потому что это самый мой любимый поэт. Я знаю его творчество, ну, на 90% наизусть. За верность жанру, почетным знаком музея шансона, за вклад в развитие жанра награждается Сергей Любавин. Спасибо.
Спасибо, Володя. Я бы хотел добавить, что очень приятно, что столько лет существует музей шансона, столько лет занимается им этот человек. Коля, мы знакомы, наверное, сколько лет? 15. Столько не живут, да. И очень приятно, что совсем новый уровень получает жанр шансона. Спасибо, друзья. Спасибо огромное. И очень приятно, что улучшается качество музыки, улучшаются аранжировки, и все выше и выше уровень растет на радость нашей публики. Дорогие друзья, на этой ноте мне надо было бы сказать, объявляется антракт, но все-таки Сергей гость желанный в Санкт-Петербурге. Давайте так, стоп. Завтра вот концерт в юности! На счет 3-4 вместе крикнем дружно «Любови!» 3-4. Любови! Не пойдет. Да, какой же бис, хочется спросить. Еще раз, 3-4. Любови! Молодцы! Песня на визе, Сергей Любови. Я бы очень попросил вас, давайте, считая сейчас 2 часа, простите, потом еще второе отделение. Давайте, я вас очень прошу, давайте встанем. Пожалуйста. И сразу хочу спросить, особенно женщин, вот 3 года совместной жизни, это какая свадьба? Точно, 10 лет совместной жизни. Точно. Я понял, что вы все это знаете о нас, о наших детях. И давайте немножко потанцуем, подвигаемся просто под эту песню. Свадьба, поехали! Женщиной одной нас, как в первый миг свидания, не разлить водой. Вот и сицевая свадьба ошумела вся, и любовь, как чудно в храме, поселилась. Какая это нежность и боль, какая чистота. Женщиной одной, ненаглядной и любимой, вечной и святой. 10 розовая свадьба радость принесла. Наша дочка повзрослела, первый класс пошла. Какая это нежность и боль, какая чистота. Связаны навеки с тобой, моя любимая и друг. Пусть годы проникут, как вода, под парусом нам долго быть. Нам только лишь бы вместе всегда, нам только лишь бы вместе быть. 20 лет, 30 лет совместной жизни пожелаю всем. Дочка выросла и стала взрослою совсем. У нее растет малышка распригожая. Вместе
Где ваша